Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Зарбабай, и мы продолжаем проходить игру Санитары Подземелья 2, Охота за Черным Квадратом. Итак, мы добыли последний, по-моему, бронежилет, полный ПМ, бронекостюм. Так что для всего необходимого вроде все выполнили. Давайте, наверное, тогда только сейчас замочим живца в сортире. Это у нас последнее задание в Северном. И потом будем возвращаться в Кройцвайсбург. Но по пути зайдем в Пампасово. Так, сразу всех троих. Извини, дружок, с парабеллумами пока напряг. Смог достать только сторож. Ну, отлично. А здесь что у нас? А, здесь жетоны собрать, да? И что, лом... Нет, лом все-таки до сих пор еще с нами ходит. Ну, это какая-то фигня полная. Хотя он снова попал к себе в убежище, в свой дом. Но взламывать мы этот дом совсем не будем. Он нам нафиг не нужен. Итак, здесь мы все выполнили, да? Да, все выполнили. Так что возвращаемся. Но нам сначала надо будет вернуться, да, в Пампасово. С Пафнутием поговорить. А потом уже в Кройцвайсбург двинем. Так, Хартман, ну-ка, а сможешь ты поговорить с этим ломом, а? Что он к нам привязался-то, я не пойму. Нет, я разговаривать с ним не могу, и вообще он какой-то непонятный, мутный какой-то персонаж. Ну как там наши пророки? Все по-твоему вышло, неуловимый мститель. Илья и кореш его согласились на должности обличителей. Успели покривляться прилюдно. Потом их сцапали и умертвили люди лома. Опять же, прилюдно, чтобы другим идиотам неповадно было. Хе-хе-хе. Не сомневался, что так и будет. Теперь дело за следующим знамением. Что там со следующим знамением? Начинай плести интригу. Соорудит прилукавивший взамест храма Кондратьева дворец себе и восядет там. Вот что нам нужно. Эка. И как сие устроить? Лом простой бандюган, а следовательно он алчен. Достаточно навешать ему на уши всякого про то, что вот где кондратаманская церковка, место козырное занимает, бойкое. Пусть вознамерится бордель взамест храма соорудить. И дело готово. Лишь эта егонная идея дойдет до ушей Анатольки и подручных его. Ой, шо буде? Ты старше чистый демон. Ну вот у нас лом. И как мы с ним можем разговаривать? Или для этого нам надо вернуться? Давайте вернемся туда. В Северный. Ну вот как-то у нас повис он, и теперь все. Я от него избавиться не могу, ничего не могу сделать. Дать какой-то глюк. Опять же, только разговоры. Так, вернемся сюда. Ну, фигня какая-то.
А что по заданиям? Поговорить с Ломом о плане перестройки храма. Но я не могу с ним разговаривать. Странно. Но если сейчас ничего не выйдет, тогда будем возвращаться в Кройцвайсбург. Потому что это какая-то ерундовина. А, ну все правильно, дверь закрыта. И разговаривать я не с ним не могу, ничего не могу с ним сделать. Хм, ладно. Ой, не туда. Так, доставайте тогда сразу автоматы с собой. Чтобы в случае чего засады какой-нибудь нам на это не терять времени. И идем в Кройцвайсбург. Так-то, в принципе, все задания выполнили. Необходимые нам для продолжения основной миссии по добыче черного квадрата. Броники достали, нефть достали, сталь тоже. Так, смотрим на карту, нам надо еще достать этих, вот они, бугор. Ух ты, сколько тут вас, а? Так, Дерсу сюда. Клыка сюда поставим. Ну а Хартман будет разговаривать. Может еще Лома сюда поставить? Пусть его замочат, а? Еще он тут с нами бегать будет? Может вернется к себе на родину, в домик свой. А то как-то... Не в тему он здесь с нами ходит. Абсолютно. Ну так-то, в принципе, они неплохо вооружены. Но все равно я лучше. Так что ждем. Так, Хартман прибежал. Но мы ждем остальных. Подмога нам по-любому нужна будет. Так, Лык. Ну давайте дождемся этого Лома. В случае чего, может, его грохнут. Отлично. Все. Понеслась. Ты какого пса здесь забыл? Чудила мученик. Братва, вали его. Даже ничего не стали слушать. Ну ладно. Так, вот этого в каске сначала. Ага. Избавляемся только от охраны типа, да? Ну вот и все. Два осталось последних. Эй, Перчила, слышь, отпусти меня. На кой я тебе? Канту, что ли, продашь? Да меня уже ловили раз пять. Мне все похрен. Вишь, живой. Нам дружить лучше, ведь скоро снова на воле свидимся. Хрен тебе, ушлепок. Теперь Кан с тобой дружить будет. И если твой скворечник после этой дружбы не треснет до подмышек, считай, повезло. Ты его в последнее время серьезно расстраивал? Ладно, снова возвращаемся. Ну-ну-ну-ну-ну. Не трогать. Отлично. Отлично. Вижу тот самый, рожа знакомая до невозможности. Ну что, бугор, вышаг тебе ломится. Разреши поздравить. Уйдите, мы с ним потом погутарим. Как хорошие знакомые.
Еще предъявы ко мне есть? Мы в расчете? Ты свою вину искупил кровью. Чужой. То есть поступил как умный человек. К тебе предъяв более не имеется. Отлично провел розыск. Не желаешь ко мне в штат следаком? Можешь до смотрящего выслужиться. Оклад, уважение, крыша, все дела. Благодарю за доверие, но на месте сидеть никак не могу. Дело у меня как у дурака фантиков. Я уж лучше на себя попашу, выгоднее это. Все в один карман, и бабло, и айлюли. Так, ну все. Снова возвращаемся в Кройцвайсбург. Этот лом так с нами и бегает. Как аккуратно мы обошли две засады. И людей, и животных. Молодцы. Настоящий спецотряд. Так, ну, что у нас здесь? Напряжометр, бронекостюмы. Давайте сначала сюда заглянем. Зигхайль! Благодаря тебе наши разработки движутся гораздо быстрее. Мы как никогда близки к успеху. Думаю, через 2-3 месяца можно будет начать испытания. Зигхайль должен констатировать провал операции. Был захвачен группой воинственно настроенных кондратаманов и вынужден был открыть огонь на поражение. В общем, они умерли. Шайте, теперь придется искать другие методы. Свободен. Так, я вот так уже все сделал. Какая отмена операции? Все выполнено. Перезарядим сразу наших дружков. Ну, как там успехи по поискам напряжометра? Зигхайль, разрешите доложить. Чрезвычайно необходимый крепости трехфазный напряжометр обнаружен и доставлен. Зигхайль, гуд. От лица командования объявляю вам благодарность, Хартман. Я доложу, куда следует, о вашей доблести. Также награждаю вас скромной, но очень полезной вещью, личным оружием. Хайль Рейх. Шквал, да, получил я? Ладно. Что мы можем? Так, это продаем. Ремонт. 4 штуки. Так. Ну, брать больше ничего не будем. Мы, в принципе, нам это и не надо. Идем наверх. Ух ты, не тем. Оберштурмфюрер Хартман, приветствую. Обойдемся без формальностей. Вы нашли бронекостюмы? Так точно, Герштандартфюрер, но пока один. Зер Гуд, отличная работа. Пока хватит. Вы и так перевыполнили норму. Я доложу о ваших успехах лично Геру Айсману. Хайль Рейх. Молодец, хорошо.
Но я, пожалуй, сам ему доложу об этом. Ну не тупи, Хартман. Так, идем к Рудольфу Бамплеру. Ты явился доложить о выполнении задания? Зиг Хайль, я готов доложить о выполнении задания по устранению фальшивого Шнайдера. Герр бригады фюрер. Все прошло чисто, враги Рейха потерпели сокрушительное поражение. Зер Гуд, Хартман, вы все сделали правильно. Более того, ваши первоначальные сведения были абсолютно точны. Я имею в виду то, что портагеносце Шнайдер вовсе не был похищен. Он найден и вполне удовлетворительно себя чувствует. Герр Шнайдер был в запое и провалялся без чувств все это время в одном из пригородных питейных заведений. Только истинный ариец может позволить себе столь бесшабашно расслабиться в свободное от самоотверженного служения Рейху время. Что касается вас, Хартман, ваши заслуги учтены и соответствующим образом оценены. Имеете право на вознаграждение. Я доложу о ваших успехах. Хайль Рейх. Вы свободны. 10 штук. Гранаты 2 получил. Ну, отлично. Ну что ж, идем разговаривать с Айсманом. Все сделали мы по выполнению основных целей. Оберштурмфюрер Хартман, я получил доклады от господ офицеров относительно твоей службы на благо Рейха. Ты зарекомендовал себя как самоотверженный офицер и не будет преувеличением герой арийской идеи. Мною лично принято решение поощрить тебя особым образом. Вот, именно парабеллум, к сожалению, не стреляет. Древний артефакт не для боя, а для парадов. Служи достойно. Хайль Рейх. Поздравляю с успешной операцией, Хартман. Присваиваю вам очередное воинское звание. Гауптштурмфюрер Хартман. Звучит? Так точно, Герайсман. Звучит. Служу Рейху. Гауптштурмфюрер Хартман. Исключительно благодаря твоей самоотверженной службе во благо Рейха и всей арийской расы, опытный образец первого парового огнеметного танка собран. Хайль Рейх. Старина Альберт не подвел, и наша промышленная зона под его руководством работала круглосуточно над сверхсрочным заказом. Теперь снова твой ход. Поскольку в ближайшем будущем тебе предстоит играть не последнюю роль в штурме промзоны Северного, мною было принято решение назначить тебя ответственным за проведение испытаний нашего нового Убервафе Флампанцирь. Как и где именно предполагается проводить испытания, Герр Айсман? Очень своевременный и правильный вопрос. Мной выбрано удобное место для испытаний, недалеко от Кройцвайсбурга. Не так давно была обнаружена хорошо охраняемая ганджа-ферма, откуда проклятые унтерменши поставляли дурман прямиком в крепость. Решено, что это будет нашим новым танковым полигоном. Легкой прогулки не обещая, но ведь покой нам только снится, не так ли? Хе. Отдохнем в аду, Хартман. А сейчас на полигон, координаты вам сообщат. Отправляйтесь немедленно и устройте там ад. Есть отправиться немедленно и устроить ад. Не впервой. Испытания объявляю открытыми. Мы обязаны представить Айсману хороший рапорт. Вперед! Ничего себе танчик. Глаза вылезли на лоб. Правильно. Лапумба ундук. Ундук сампоба амбардол. Урлала мампалобанубу. Палаладумба тумба. Атунда, мумба-тумба-шамамба.
все пройдет без моего участия, это будет хорошо. Нет. Балам пипоп! Уя! Благодарю за службу. Как машина? Зачетно! Чистая сауна! Пару венчиков бы и пивка холодного! На базу двигать готов? Так точно! Жди моей команды. А пока, солдат, заглуши танк. Гауптштурмфюрер Хартман, жду дальнейших указаний. Скоро дам приказ выдвигаться на базу, будь готов. Да, сначала нам тут надо все обыскать. Так, пусть... Ох, как мы тут прошлись-то, а? Вот это да. Зачетно. Сейчас оружие пособираем. Так. Ну и все. Так, давайте теперь пройдемся по трупам. Угу. Что тут у вас есть интересного? Ну, это мне не интересно. О, что только один? Блин. Я так не хочу обыскивать. Вот это другое дело. Так, деньги, но здесь тоже ничего интересного. Блин, только двоих теперь. Ну здорово. Каждого бегать, обыскивать. Так, здесь тоже ничего интересного. Тоже глухо. Давайте по домикам побегаем. Ух ты, тут все горит. Ну, давай. Ну. Давай, Хартман. Или там все горит, и туда не хочешь идти? Возможно, да. Так, а вот этот гренадер с гранатами. Так, только гранаты возьмем. 2000 стоит. Ну давайте ящик, что ли, водки заберем. Так, сюда не хочет заходить. Сюда тоже. Ну давай еще этих два трупа обыщем и будем возвращаться тогда. Вот это уже другое дело. Во-первых, кирасочка, шлем, штаны. Ну, давайте еще и цепь заберем. Так, а здесь... Здесь ничего интересного нет. Ну и еще один последний снайпер. Так, заберем только яд. Жилет. Ну и все.
Вот теперь можно возвращаться. Следуем в крепость. Гауптштурмфюрер Хартман, Геноссе. Я сейчас как раз изучаю доклады о прошедших испытаниях Флампанцера. Das ist колоссаль. Результатами я очень доволен. Герр Айсман, по вашему распоряжению, ганджа-ферма была превращена в ад. Танк работает и весьма эффективно. Ад получился качественный, правда теперь вам придется искать новый полигон. Гуд. За качественно проделанную работу принято решение наградить вас особым, недавно разработанным почетным шевроном. Гауптштурмфюрер Хартман, вы награждены почетным шевроном за доблесть в танковом сражении. Хайль Рейх, теперь пора переходить от учений к действиям. Приказываю приступать к финальной части операции штурму промзоны города Северный. Для этого в составе диверсионной группы выдвинуться по направлению к железнодорожному Пакгаузу Белого района города Северный и захватить его вместе с подвижным составом. На захваченном паровозе проследовать по железной дороге в направлении промзоны до места встречи с булатным танком. Там осуществить охрану погрузки танка на платформу поезда с целью увеличения таранной мощи последнего. Третьим этапом осуществить штурм промзоны. Для этого дождаться, когда получившийся из танка и паровоза бронепоезд выломает входные ворота промзоны и с боем зайти внутрь. Далее действовать по ситуации. Пленных можно не брать. Главная цель – уничтожение руководства предприятием и выводы из строя производственных мощностей. Надо вырвать из пасти врага его алчные клыки. Я верю в тебя, Хартман. Ты не подведешь. Удачи тебе, солдат. Да здравствует Рейх. Да здравствует Рейх. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.